Ненавижу твоего отца! Почему? Вчера попросила у него $100 на салон красоты. Не дал? Хуже! Посмотрел на меня внимательно сверху вниз и дал 300! Вот это поворот! Мама, ты где была? Папа тебя уже ищет 3 дня. Я ему не один раз говорила, что такое сокровище, как я, еще поискать надо. Да-да. Мам, а папа спрашивает, ты пиджак его почистила? Конечно, почистила. А брюки почистила? Почистила. А ботинки? А у него что, и там карманы есть? Мама, ты так много пьешь? Мне доктор прописал пить по 2 литра в день. Но не пиво же. Да пошел ты в задницу. Ты что, доктор? Сынок, а зачем тебе завтра в школе бутылка вина? Это учительница сказала принести в школу любимую папину вещь. Да я в шоке! Мама, у тебя такой сильный кашель. Ты что, куришь? И выпиваешь? Иногда. Тебе нужно немедленно бросить пить и курить. И что мне остается? Только кашлять? Мам, а кто такая любовница? Это воровка. А что она ворует? То, что плохо лежит? Нет, то, что хорошо стоит. Мам, а что-то ты папу балуешь. Каждое утро приносишь ему кофе в постель. А потому что если я не успею, утро начнется с пива. Мама, что с рукой? Собака покусала. Бешеная? Я что, дура, бешеную собаку за хвост дергать? Эх, шарик, я как и ты был на цепи. Мам, а ты смогла бы всю жизнь прожить с одним мужчиной? Да я-то смогла бы, но мужика жалко. Алло, это турбюро «Горящие путевки»? Да. Я хотела бы отменить заказ. А можно узнать, в чем причина? Я протрезвела.